what you said you didn't receive. What you said you didn't leave. That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Хей, Ютубу, хей, Ньюкасл, Apple 3.2, и да, сегодня с вами продолжаем играть Hello Neighbor модки. Да, тут вышел недавно мод, в общем, называется он Friendly Days. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет, и... Так, я могу вот выйти, у нас почему-то кирпичная какая-то вот стена, как-то странно, ну ладно. Так. Что спуститься. Так, все вот, спустились. Так, все, дальше у нас карта идет. Ой, ее что-то подлагивает, а все нормально вроде. А, нет, подлагивает. А, не, все нормально. Да-да-да, сосед нас что-то опять нам заколачивает. На что-то он вот эти полки охерачивает, на что только вопрос. А, и все, начинается он с той стены мод, да. Окей. Так, ну понятно, у нас, короче говоря, обычный дом тут стоит с первого акта. И да, у нас ничем не окружено. Короче, понятно, чувствую, это будет обычный мод, хотя не знаю, посмотрим. Что тут автор... Мне все-таки кажется, что это будет абсолютно обычный мод. Прям вообще абсолютно обычный. Тут даже, в смысле, как обычно, то есть вот доски, ну, в смысле, как по первому акту, то есть... доска и ключ красный, типа, и все. Я даже не удивлюсь, если нужно будет сделать все то же самое, что ты делал в первом акте в Disney's Hello Neighbor. А, не, подожди, сделал, что я с помощью лома открыть. То есть я должен... Сначала я должен... Ё-моё, дядя, тихо, успокойся. Чё ты такой злой сегодня, дядя? Димон, да, это опять же Димон, а не Петр. Димон, ты что такой злой сегодня, ё-моё, дядя. Так, очень понятно, короче, подожди, я, наверное, должен сделать то же самое, ну, как бы, что и обычно в первом акте, то есть должен взять магнит из машины и притянуть мне отмычку. Отмычка же здесь есть, по-любому, да. В смысле, нет, что ли, отмычки? А, прикол, нет отмычки. Значит, она, скорее всего, в туалете. Да, она в туалете. Ну, все понятно, значит, пошли в туалет. Приветствую. Дядь, ты мне немного мешаешь. А, ну еще единственное изменение, то, что у нас дом из беты, и все. То есть остальное все вообще не изменено. Так, давай, давай, проходи быстрее, проходи. Давай, жирный пельмень, давай быстрее, лови. И опять почему-то в этом моде не могу это сильно кидать. Не знаю почему. Ну ладно. Так. Дядя, иди сюда. Давай, давай, давай. Жирный пельмень, иди сюда. Иди сюда. На. Бегом в это окно сразу. Оба. Бери отмычку. Хорош. Отключи. Димон, какой-то вообще тупой, если честно. Просто. Нафига ты сделал эти действия? Вообще понять не могу. Здорово. А, я не успел вылезти. Ну и ладно, не очень-то и надо было. Сейчас он пусть там пройдет просто. Проходи. Давай. Двигай. Так, я вас понял. Где мусор? Ах ты, сука. До свидания. Быстрее. Так, хорош. Бери. Так, все, отлично взял. Это есть. Лом, вот он. Бери лом. Все, хорош. Угу. Так, вот это мы открываем. Все. Не, слушай, вообще все... А, вот какую комнату завалил, понятно. Серьезно? Подожди, все так просто? Подожди, а для чего он ту комнату завалил? Подожди, там же не просто так, мы должны этот, вот, гаечным ключом... А, подожди, у нас же тут нету, да? А, у нас тут нету. То есть мы никак не можем... Ну ладно, хорошо. Ладушки, лови меня, дядя. Так, хорошо, сейчас мы тебя отвлечем, наверное. Отвлечем, вернее. Вот
сюда, мы тебя отвлечу. Да. Ах ты, сука. Пошел вон. Пошел вон! Быстрее, 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 быстрее. Так, лом. Ладно, сейчас. Так, лопата. Так, я тебя на кухню привлеку. Да твою ж налево, дядя. Ну что тут? Не все, короче, давай поймай меня. Если меня заметил, то это все, в смысле, это фиаско. Давай, наверное, опять туда сюда тебя привлечем. Только не спали меня. Вот он там. Здорово, дядя. Пока. Так, быстрее, открывай. Ай, я не успел. Ладно, там просто чисто в дверь зайти и все. Сейчас погодим. Пошел вон. Бегом. Открой! Да ты. Уже так открыть уже сложно. Так, он пошел опять туда. Прекрасно. Ой, ты еще сюда пошел вон просто. Открой дверь. Все, пошли. Наконец-то. Так, вот мы в подвале. Сейчас посмотрим, что он себя представляет. Ага, понятно. Вот эта картинка была. Так, а тебя могу выломать? Ага, не могу. Понятно. Вот поэтому не могу ее выломать. Спали ее. Ага. Ну все. И он сейчас закопает, да? Ага, нет, он просто поймал и все, то есть the end. О, ля, какой каменный стоит тут. Вот давай я тебя на превьюшку как раз поставлю. Все, отлично, прям вообще таки, прям под нормальным светом, прям вообще нормально. Короче, что хочу сказать, собственно, все. На этом весь мод, как бы, серьезно, даже еще раз, да, вот так вот. А, все отлично. А, в общем, все, на этом весь мод. Ну, то есть, как я, в принципе, и сказал в начале видео, я прям вот подозревал, что он будет, ну, обычным. Типа, он неплохой, он нехороший. Ну, то есть, ну, как сказать, то есть, он обычный мод. Просто вот обычный, и все. То есть, ничего прям сверхъестественного здесь нет, поэтому, да. Поэтому, собственно, ну, с вами был я, Apple 3A2. Мы с вами играли в вот такой вот мод. И всем пока.